Здравствуйте, вы на канале Из бисера, и сегодня мы продолжаем делать тюльпан фиолетовый и сделаем листики и сборку нашей работы. Что нам для этого понадобится? Вот такая вот ось, к ней прикрепляем рабочую проволочку. У меня уже заранее нанизана низочка бисера, на низке смесь рубки и бисера, на ось набираем чисто рубку. Набрали на ось рубку 6 сантиметров и делаем 6 полных португ, заостренный верх, округлый низ. Вот и, собственно, весь листик. Проволочка основная довольно толстая, где-то 0,5 мм, чтобы листик хорошо держал форму. И смотрите, не пережимайте сильно дуги, так как рубка имеет свойство лопаться в процессе плетения. Количество пар дуг может разниться от размера вашего листика. Если вы хотите листик побольше, то можно на ось набрать больше и сделать количество дуг побольше. У меня листики разных размеров. То есть это вот самый маленький листик, когда на ось 6 сантиметров бисера и 5-6 пар дуг. Есть листики побольше, есть совсем большие. Сейчас все расскажу. Ну вот у меня был отрезок проволочки. Мне хватило его на 5 полных пар дуг. Можно сделать и 6, и 7. У меня получилось вот так вот. Закрываем верхушку. Эта проволочка не такая податливая, как наша осевая, так что здесь придется постараться. Если у вас не получается загнуть так, можно сделать чуть попроще. Вытянуть листик, согнуть вот ось в такую вот петелечку и просто подтянуть листик. Вот. Теперь вот этот листик нам нужно прошить. Можно в одном месте, по центре, можно в двух местах. Я буду прошивать в одном месте. Прошиваю я вот такой вот проволочкой. Я не знаю, от чего это. Забрала у мужа. Она довольно прочная. С лицевой стороны заводим проволочку наизнанку. Перекрещиваем. Переворачиваем на изнаночную сторону. И здесь вот уже прошиваем. Как прошить, подробное видео у меня есть на канале в плейлистах для начинающих. Заходите, посмотрите. Я сейчас быстренько прошью и будем работать дальше. Будем собирать уже наш цветок полностью. Ну вот мои листики. Да, еще забыла сказать. Здесь я плела просто пары дуг. А вот здесь, на этих листиках, верхнюю часть плела вот. Как бы вот идет у нас листик, здесь лицевую, а здесь внизу делала изнаночную сторону, чтобы вот тут не светилась проволочка. Вот это. Почему я здесь внизу уже делала просто, мне здесь не сильно важно, так как это нижние листики, и они прикроются сизалью. Здесь верхние листики я делала здесь изнаночную сторону внизу. Ну что ж, давайте соберем наш цветок. Я прикрою здесь еще флористической лентой. Так как у меня цветочки будут на разном уровне, то есть вот будет самый высокий цветок. И вот эти цветочки будут пониже. Вот так вот где-то они будут располагаться. И вот этот цветочек будет еще чуть-чуть ниже. Вот так вот где-то. Поэтому листики буду приматывать здесь. И большой листик еще чуть ниже, так как еще часть уйдет у нас в горшочек. Берем флористическую ленту. Здесь я проволочкой уже не креплю. Ну вот где-то вот так вот прикрепим листочек наш. Вот и вот еще большой листик наш. Его мы крепим еще чуть-чуть ниже.
Где-то вот так. Ну вот, теперь скрутим вместе вот эти наши цветочки. Вот этот тюльпанчик, который повыше, будет нужно еще закрыть флористической лентой чуть ниже. Поправляем листочки. Ну и теперь смотрим, как будем складывать нашу работу. Здесь вот эти проволочки подгибаю, чтобы они пока мне не мешались. Ну вот приблизительно вот так вот будут выглядеть наши тюльпаны. Сейчас скручу внизу проволочкой, зафиксирую их в таком вот положении и буду сажать гипс или алебастр. Вот таким вот образом они у меня будут. Такой вот букетик с трех штучек. Сажать буду в горшочек, только еще не решила в какой. Или в такой вот, или в один из таких вот. Беленький или такой. Горшки небольшие. Залью, посажу. Схватится гипс. Точнее, алебастр у меня в моем случае. У вас может быть гипс или алебастр тоже. Здесь, где будет алебастр выступать, наклею сизаль. И потом сниму, покажу, что у меня получилось. Ну вот, у меня получились вот такие тюльпаны. Алебастр мой застыл. Приклеила сюда вот на полимерный клей сизаль. Листиком придала форму. Скрыла это все лаком. Лак с баллончика у меня универсальный. И вот такая вот красота у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч!